В Нальчике в результате спецоперации ликвидирован главарь местной ячейки Исламского государства, запрещенной в России группировки. По предварительным данным, это Роберт Занкишиев. Он вместе с сообщницей, также присягнувшей террористам, были заблокированы силовиками в квартире многоэтажного дома. Жильцов этого и соседних строений эвакуировали, в безопасное место вывезли и учащихся, расположенные поблизости школы. При попытке заблокировать боевиков они открыли огонь. Силовики пошли на штурм. Террорист уничтожен, его сообщница ранена и задержана.